Всем привет! Это снова Оля, Северная Каролина. Мне тут посылочка пришла. Я сегодня ездила в DMV, потому что вчера мне пришло письмо. Ух ты, бабочка. Оплатить налог за покупку машины, потому что в Северной Каролине покупатель платит налог. Налог, да. Вот, сейчас нам только что FedEx уехал. Не успели снять машину. Привезли мне. Скорее всего, мы так чувствуем, что это номера. Номеров. Адрес посмотри. Адрес мой, я там где-то свое имя сделал. Вот. Не твой, отправителя. А, отправителя? Я Newport Motors Incorporation. Это наш дилершип, где мы купили машину. Ну, мы покупали машину, просто как дяденька. Ну, это дяденька. У него есть лицензия, и он дилер. Так, ну давайте откроем. Тут есть pull to open. Pull, тянем. Ножницы не понадобятся. Зря тащила. Так, железочка, first and flight, да, тут номер, так, что тут у нас, first in flight, конвертик, first in flight, это наш, в принципе, знак, чего, Северной Каролины, да, Северной Каролины, где-нибудь, God we trust, нету такой штучки, да, нету, да, вот тут внизу подписано, North Carolina. Так, а здесь получатель, как раз то, что я заплатила, такой же, такая же штучка, как вчера пришла, заплатить налог. И вот тут вот сюда, видимо, под наклеечку. Ну, мне вот такую штучку уже выдали сегодня. Ну все, будем крепить. Спасибо всем за просмотр, удачных всем выходных, приятной рабочей недели. Пока-пока.